А сама сидит, блин, смотри на Wi-Fi на этом. Кто посмеялся с неделю назад на 11-й поликлинике стою. И тоже ЛДС. То есть, то нет, то есть, то нет. Вот так вот скулит, блин. Смотрю, хороший такой сигнал, жирный, блин. Секс-шоп. Ну, запароленный, я думаю, а, да, с той стороны секс-шоп. Первый раз в жизни зашел в секс-шоп. Посмотреть. Здрасте, но я говорю, к вам не по назначению. Говорю, вы на такси ездите? Она, конечно. Говорю, дайте, говорю, пароль от Wi-Fi. Вот это вот, не вопрос. Я же говорю пацанам, говорю, вот это где я на 80-99. Всегда туда такси заказываем, говорит, ну просто и туда приезжаем, говорит, просто надо там, говорю, таксист, он по QR-коду сканировал, пароля у нас нет, у нас это дали, сканировал, все дал он мужикам, говорит, хуяк стали, там постояли, заказывали, там интернет есть, хороший интернет, говорю, тогда, может, и будут ездить, а так им туда ездить, говорю, ну что? Ну да, так а сколько таких? Не, ну вот сами же, вот сейчас вот зайди, ну вот, вот по магазинам даже сейчас посмотреть, кто у нас здесь. Обмен валют, где тут вот этот обменник, жирный сигнал, пойти у них попросить. Дадут, не дадут, кто его знает. От души, тоже ж магазин какой-то от души, где вот тут этот от души. Дом 585, free Wi-Fi, запароленный. Констовары. Это, вот это вот, ну вот, да, прям перед нами он, констовары, вот они. Пойти у них попросить, ну сейчас там мне не надо. Меркусис какой-то. Продукты, вон они, продукты, тоже есть Wi-Fi. Royal Jeep есть Wi-Fi. Вот, одни магазины, одни точки. Fresh тоже он, можно попросить. Свободного ни хера нету.